Нравится тебе? Красивая? Красивые и созданные с душой. Накануне прощенного воскресенья и Великого поста ивантеевцы спешат творить добро. Во Дворце культуры юбилейный проходит ярмарка «Радость добра». Здесь дошкольное и школьное образование изделия совместно с родителями дети делали. Как я говорила, внимание, внимание, торгуем от образования. Сегодня торговля бойкая, не продаются тетрадки с двойками, а продаются изделия разные, приготовленные папами, мамами, сшиты, сделаны, чтобы всех удивить и кого-то наградить. Благотворительная ярмарка посвящена двум детям с особенностями развития. Обе девочки родились недоношенными. У обеих детский церебральный паралич, частичная атрофия зрительных нервов, эпилепсия. Алина Чубарова и Мерзликина Аня, девочки обе преждевременно родились, слабенькие, им нужна помощь, в общем, они плохо со зрением, обследование нужно дорогостоящее, то есть оно делается только платно. Также обеим девочкам необходима помощь остеопата. Участников и гостей на масленичной ярмарке меньше, чем было на рождественской. Благодарить вас самыми искренними словами за то, что помогаете нам, за то, что у вас есть такой центр, где мы это все организовали. Сегодняшнюю ярмарку Спасибо, очень приятно. Спасибо, своими руками сделали. Спасибо большое. Спасибо большое. Я оставлю себя. Я считаю, что это святое, поэтому... Спасибо. Хотим сказать спасибо администрации города, Александру Аркадьевичу Леонову особенно, который вот помогал это все организовать, администрации, что откликнулась, подтвердила. Это первая городская ярмарка, которая проходит по инициативе Ивантеевской общественной организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Радость моя». Я смотрю и восторгаюсь, какие же у нас люди рукодельные, какие же у нас талантливые люди. Поэтому дай Бог всем здоровья и с праздником всех. Чтобы мамки и папки их любили, чтобы их не бросали, и чтобы все были счастливы. И чтобы, главное, не было у нас войны. Чтобы мирное небо было над нами, счастье, здоровье, любви, благополучие и всего самого-самого хорошего. Все, что бывает на земле, пусть будет у наших детей и у нас, конечно. 8 тысяч рублей, заработанные организаторами проведения мастер-классов техники ЭБРУ, пойдут на расходные материалы для занятий детей в центре «Радость моя». Остальные средства, собранные на благотворительной ярмарке, а это 46 486 рублей, переданы родителям. Мы рады передать вам денежки детей Чубатовой Алины и Мерзликиной Светланы. Будьте здоровы, простите.